Debris.ru – английский для всех. Урок номер 21. Из какой ты страны? В предыдущем уроке мы изучили названия различных стран и также потренировались задавать общие вопросы в рамках данного контекста. В этом уроке мы разберем, как задавать специальный вопрос и также выучим новые названия некоторых стран. Как спросить «Откуда ты?» Схема та же самая. Вопросительное слово плюс вспомогательный глагол «am», «is» или «are» плюс подлежащее. Мы знаем, как сказать «здесь» или «куда» – «where». Как сказать «откуда»? Вообще это «from where», значит, получается «from where are you?». Но обычно в таких случаях предлог идет на конец, и получается правильно «where are you from?» – «откуда ты?». Теперь потренируем данный вопрос с соответствующими ответами. «Откуда он?» – «Он из Японии». «Where is he from?» – «He's from Japan». «Откуда она?» – «Она из Турции». Where is she from? She's from Turkey. Откуда они? Они из Португалии. Where are they from? They're from Portugal. Откуда это? Это из Латинской Америки. Where is it from? It's from Latin America. Откуда ты? Я из России. Where are you from? I'm from Russia. Теперь для закрепления повторим то же самое, но уже без русского перевода. Итак. Where is he from? He's from Japan. Where is she from? She's from Turkey. Where are they from? They're from Portugal. Where is it from? It's from Latin America. Where are you from? I'm from Russia. Теперь хорошо прослушать данный урок несколько раз, пока не будет выучен материал, и затем перейти к соответствующим контрольным заданиям с автоматической проверкой, выложенных на сайте.